У Сінгапурі з борта контейнеровоза зняли українського моряка з симптомами COVID-19, а 1 серпня він, на жаль, помер. Чому моряка з Одеси так і не змогли врятувати, дізнаємось у юриста з морського права Миколи Гольбіна, який має з нами доєднатися до нашого прямого ефіру, підказують, що Микола вже є. Пане Миколо, доброго дня. Так, добрий день. Скажіть, будь ласка, що трапилось, чому сталася ця трагедія? Вы знаете, к сожалению, это сейчас частый случай. Все банально, ковид, моряка не смогли спасти, доставили в больницу и, к сожалению, там скончался. Сейчас в последнее время очень много моряков болеет ковидом, но, к сожалению, статистика такая, что некоторые ребята умирают на судне, либо в больнице, но, к сожалению, не ведется статистика тех ребят, которые заболели ковидом, будучи на работе, возвращаются в Украину и потом здесь умирают. Такая статистика тоже ведется, но она ведется частными лицами, естественно. И, к сожалению, еще раз повторюсь, это не единичный случай. И в последнее время таких смертей очень много. Про яких ускладнень после ковида йде мова? Мабуть, и були якісь хронічні хвороби у моряка? По конкретно по данному случаю мне неизвестно. Мне известно только, во-первых, прошло очень мало времени. Насколько мне известно, еще результатов вскрытия нет официально. И какие именно осложнения нет. Единственное, что было написано, и информация, которая прошла, о том, что моряк скончался от последствий коронавирусной инфекции. Начал болеть на судне, доставили в больницу, и в больнице спустя там сутки он скончался. А сколько років было хлопцеві? Молодой парень, 87-го года рождения, 34 года. Що каже в Міністерстві охорони здоров'я Сінгапуру? Пока только общая информация, не более того. Общая информация о том, что непосредственно украинский моряк, там общая была, абсолютно общая, что заболел, доставили в больницу и скончался. То есть чуть-чуть позже, прошло очень мало времени, немножко позже будет больше информации. Пока прошло, вы же сами видите, всего пару дней, поэтому информации не может быть много. Но, насколько мне известно, сейчас Министерство иностранных дел Украины уже подключилось к вопросу, причем очень быстро, и опять-таки, я думаю, в ближайшее время будет больше новостей уже по данному вопросу. Пане Миколо, а коли евакуювали с борту судна хворого моряка? Опять-таки, и у меня нет точной даты, но я знаю о том, что когда он скончался, вот, и вроде бы он сутки находился в больнице. Его списали, и через сутки он скончался. Это по моей информации, но опять-таки она не проверена. Это мы по частичкам, по крупицам собирали информацию за границей. Понимаете, кто что сказал, где что написано, кто что отслеживал. Вот сказали, что сутки он провел и скончался. Я думаю, что он уже был доставлен в больницу уже в тяжелом состоянии. Я зрозуміла. Останнє питання. Скажіть, будь ласка, чи зв'язалися ви з рідними моряка? Ні, я не зв'язувався з родственниками. Зараз з родственниками моряка на зв'язі Міністерства іноземних справ. Я напряму не контактував. Якщо родственники позвонять, звісно, я буду спілкуватися. Там єдине, що складності в той країні, де скончався моряк, можуть виникнути у родственників. І я об этом уже говорив. Що ввиду того, що моряки, деякі моряки, причина смерті – ковід, не всегда тела возвращаются на родину. Их могут вернуть в урне, прах. Такая практика уже есть в мире. И ковидных моряков иногда отказываются тела возвращать. То есть если прах, кремация, ну тут уже вопрос, как Министерство иностранных дел подключится к этому вопросу и как они решат. Тут уже непосредственно уровень дипломатической службы должен сработать. Зрозуміла, дякую вам, пане Миколо, за коментар. Дякую вам, що доєдналися до нашого прямого ефіру. На зв'язку з нами був Микола Гольбін, юрист морського права. Нагадую тему, в Сінгапурі з борта контейнеровоза зняли українського моряка з симптомами COVID-19, а 1 серпня він, на жаль, помер. Чоловікові було лише 34 роки, він родом з Одеси. Він помер в сінгапурській лікарні від ускладнень, пов'язаних з коронавірусною інфекцією. Сьомий канал висловлює співчуття рідним моряка.